Здравствуйте, товарищи! Разрешите вам представить Дмитрия Шевелева, участника 14-го международного конкурса по стендовому фундаментализму на Кубок университетов. Мы находимся в Голубом зале Санкт-Петербургского государственного университета. Дмитрий привез замечательную модель, незаконченную еще, потому что модели такие строятся годами. Но то, что уже есть на этой модели, любому профессионалу и непрофессионалу видно, это уровень достойный мирового уровня. Дмитрий, слово. Эту модель я строю уже 2 года. Освещаю ей, конечно, не все свободное время, а в основном вчера, выходные, праздники. Ну что еще сказать? Материалы применяются. Груша, черное дерево, мен, самшит, металлы. Хорошие чертежи очень нужны для такой работы. Очень много оборудования. Сам вам терпение.